все изменится завтра. А завтра не наступит. Никогда. Ты каждое утро просыпаешься и наступает сегодня. Завтра не существует. Поэтому мало кто меняет свою жизнь. Все надеются на завтра. А надеяться нужно на сейчас. Если бы Говард Шульц сдался после того, как ему 242 раза отказывали в кредите, мы бы никогда не узнали о розничной торговле кофе Starbucks. Если бы Джоан Роулинг отказалась от своей идеи, которую отвергли 12 издательств, то не было бы книги о Гарри Поттер. Если бы Уолт Дисней бросил затею с парком после 302 отказов в финансировании проекта, мир бы не увидел никогда Диснейленд. Чему учит история? Если ты сдашься слишком рано, то никогда не узнаешь, во что могла бы вырасти твоя идея. Продолжай попытки и не сдавайся.